Так, ты можешь помочь, нет? Когда только? Потому что я привязан. Вот ну ты вот. Скажи, когда свободен будешь, хотя бы 2 часа в день. Угу. И то уже сдвинулось бы. Ну, свалить дерево такое. Разберемся тогда, хорошо. А? Разберемся, хорошо. Разберемся. У кого еще есть? У меня есть. У Вити есть. Ни у кого больше пилы нет, да? Ну ладно. У нас еще есть. У тебя есть? У нас же есть пила. Ты умеешь пилить теперь, конечно, да? Конечно, да. Меня Роман научил. Так. Все. Ну, договорились. В 9 мы должны быть там, на мосту. В 9. На 3 часа примерно. Ну, если там полчаса, если потребуется еще, чтобы не спорили. Я думаю, сделаем. Как его, правильно делаем? Правильно. Так, теперь давайте фильм посмотрим, потом дальше. Я хотел, чтобы 3 фильма посмотрели. Как надо работать для людей, о чем мы сейчас говорим. Так, пожалуйста, сядьте так, чтобы вам экран было видно. Стёпа, стул не забирай. Временно я буду комментировать. Пойду поближе. Всем привет, меня зовут Эд, и вы на канале «Проект Магнит». Думаю, все мы есть. Вы точно слышали о кастовой разделенности в Индии, что есть такие, которых называют неприкасаемыми. Это самая низшая каста, которых все остальные сторонятся и за людей не считают. Человеку из низшей касты не имеется возможным выбраться из своего положения. Двери перед такими людьми просто закрывают. Конечно, сейчас говорится о том, что Индия встала на путь равенства и постепенно искореняет такую кастовую дележку людей. Но этот процесс требует времени. И пока что-то меняется на высоком уровне, подписываются документы и прочее, много миллионов людей из касты неприкасаемых продолжают влачить ужасное существование. Одним из таких является Бапурао Тайны. Он живет в ужасной бедной деревне и работает во много часов в сутки, чтобы обеспечить себя и свою семью самым элементарным. Если то самое элементарное было еще возможно добыть, то с водой в деревне была серьезная проблема. Они были вынуждены все время просить у людей из высшей касты набрать воды из их колодцев. При этом часто они очень сильно унижались, терпели оскорбления, прося о... Вот женщины выходят в потемках и домой возвратятся в потемках. И вот она на себе горшок этот, кувшин несет, это все на всю семью. И они никуда не уезжают, не убегают. Ну, сравни маленько-то с тем, где ты находишься, у них ничего нету. И пишет советский, который едет там, говорит, машину оставьте, своруют. Но воду из радиатора обязательно выпьют. Они бегают, а в организме-то, если нет воды, то кровь сгущается, тромбоз и все. Они надрезают у верблюда жилку и пьют оттуда кровь. И куда ходят на озеро, там пьют слоны, львы. Звери дикие, и вот эта муть, это они несут-то, сколько отстоится еще. Это все. Мыться это они еще не знают. А нет воды. У нас воды, как это, заглонись. Как Гришка Мелехов говорил. И все, что-то не нравится, а я поеду куда-то. А ты глянь, посмотри, вот она, вода рядом. Посмотри, зелень, деревья. Подножай дальше. Никита, громко не делай. Ведь людям из высшей касты было крайне неприятно соприкасаться с ними. И вот однажды, когда жена Бапурао вернулась домой с пустыми руками, в нем пробудился неистовый гнев. Ярость охватила все его сознание, и взяв в руки лопату, он вышел из лачуги. Нет, он не пошел мстить, он отправился копать собственный колодец. Жена сочла, что муж на нервной почве спятил, или, возможно, это следствие обезвоживания. Она пыталась его остановить, но он не слушал. Позже чуть ли не вся деревня узнала, что он решил копать яму, и смеялась над ним, не воспринимая всерьез. Бапурао просил помощи у людей. Он говорил, что ему нужно всего лишь 4-5 человек, чтобы пробиться к воде, но на него смотрели как на умалишенных и не желали тратить свои силы на бесполезное дело. Боже, на меня вот так же и смотрите. Я прошу 4-5 человек, как на умалишенного. Какие пруды? Дороги здесь не было, а мне говорят, ну и что, дороги нет? Да у нас удобнее через кладбище. Я говорю, зачем вы проезжаете, доехали, остановились на кладбище, это ваше место. Через кладбище. А сейчас через эту дорогу нормально ездим, терете? Нормально. А были противники совсем недавно. И один пишет, говорит, ну это блаженные двое, вот они с Никитой. И этот старик из ума выживший. Я вам скажу, за 3
не считал, с домами вместе. За два только года, позапрошлого, я больше 500 000 вложил сюда. При пенсии 6523 рубля. Явно, что ненормальный. Вы смотрите и думаете, а я кто, буду такой или нет? Я не случайно фильм этот вам показываю, там еще хлеще будет. И ты туда не вписываешься явно. А что тебе вписываться? У тебя все есть. Поленница без сучка, колодец глубокий. То есть все у меня есть. Дети при мне, говорят, а что я буду открывать дверь-то? Ноги вымыл, легла, помните песня песней-то? И дальше. Вот умалишенный он, смотрите, дальше еще будет. Одним словом, он остался совершенно один. Один на один с собой и землей, внутри которой, возможно, протекала вода. Самое удивительное в этом всем то, что он не знал, где искать. А что, если место, выбранное им, безжизненно? Что, если вода протекает на глубине 50 метров, а то и больше? Где гарантии того, что все усилия не будут потрачены напрасно? У Бабурау не было ничего, кроме веры. Он мог бы отступить, но слишком много раз он отдавал свою жизнь на милость Богу. Теперь пора самому сделать хоть что-то. И он начал копать. Он копал каждый день, 4 часа до работы и 2 после. Все его мысли, каждая свободная минута была посвящена яме. Прошла неделя, а за ней вторая и третья. Он медленно, но верно пробивал свой путь к воде, не слушая окружающих, которые много раз отговаривали его от бредовой затеи. На что он им отвечал, что если вы привыкли всю жизнь просить милостыню у других, я больше так делать не хочу. Отныне я сам буду добывать себе хлеб и воду. Так прошел целый месяц. Люди окончательно утратили веру в затею своего соседа и даже не посещали место его раскопок. Однако ничто уже не могло остановить этого упертого человека, который сказал себе, что если понадобится, то пробьет землю насквозь, но доберется к воде. Но пробивать что-либо необходимости не было, потому что на глубине 5 метров на 40-й день он вдруг наткнулся на воду. Счастью, его не было конца и края. Он со всех ног побежал в деревню, чтобы сообщить эту судьбоносную новость. Он не таил ни на кого зла, потому что понимал, что все его сородичи были жертвами кастовой разделенности и не смели выйти за рамки своих ограничений. Но этим поступком он многое изменил. И по его словам, он не намерен останавливаться. Каким будет его следующий шаг, покажет время. И как нам кажется, у касты неприкасаемых рождается лидер, который, если не свернет, то сумеет побороться за равенство. Теперь в деревне, кроме воды, появилась вера. Самое главное – вера в свои силы и понимание, что каждый сам кузнец своего счастья. У него нет ни тали поднимать, ни нанять колодец копать. Один. Это вот и люди сняли о нем этот фильм, чтобы нам показать. Родственники против. Ну, явно, что что-то с ним сделалось неладно. Бес вселился в него. И видно, там женщины митингуют, если судят его. Вот все доказательства. А дальше, видите, охапку несут уже зеленой травы. У трактора нету. Ничего нету. И живут, плодятся, Бога славят. И шли дальше. Всем спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, эта история вам понравилась, вдохновила вас. Все. Пожалуйста, сделай, не прикасайся больше. Космический челнок Челленджер. Северная Америка, Флорида. 28 января 1986 года. 8 часов 8 минут. До старта 1.5 часа. В
космическом центре имени Кеннеди проходят последние приготовления к самому ожидаемому космическому полету со времен Аполлона. На мысе собрались тысячи людей, чтобы посмотреть, как Челленджер будет творить историю. Впервые доставив в космос гражданского человека, школьную учительницу Кристу МакКоллиф. Это учительница в школе. Криста никогда не считала себя астронавтом. Она всегда... Дальше. Я же не эту давал там. Ты сегодня еще закатал-то там. Всем привет! Меня зовут Эд, и вы на канале «Проект Магнит». И сегодня вас ждут истории людей, которые в буквальном смысле спасают нашу планету. Этого человека зовут Якуб Савадога. Он в одиночку остановил пустыню. Как он это сделал, сейчас узнаете. Однажды на землю, где жил Якуб, обрушилась страшная засуха. Урожай погиб, еды не стало. Земля покрылась сухой коркой, и вся зелень исчезла, и огромное пространство в одночасье превратилось в пустыню, а десятки тысяч людей погибали от голода. Те, кто остались живых, в спешке покидали погибшую землю. Один только Якуб остался. Он сказал себе, что не покинет землю предков и постарается побороться за ее выживание. Никто с ним не остался, он был один на один с умирающей землей. Ему предстояла битва всей его жизни. Он не смотрел телевизор и поэтому не знал всех масштабов катастрофы. Он не подозревал, что засуха обхватила 4 страны сразу, что по факту его борьба была обречена на провал, так как никто и ничто на свете не может противостоять стихии, уничтожающей все живое. Якуб же, не зная этого, начал с малого, со своего участка, а потом продвигался дальше, выкапывая вот такие лунки, называемые зай, для улавливания воды. В процессе работы на полях ему удалось усовершенствовать традиционную технологию. Якуб расширил лунки, что позволило собирать больше влаги для корневой системы. Другим важным новшеством стало добавление в них соломы и навоза, которые дольше задерживали влагу и привлекали термитов, разрыхляющих почву. Добавлять удобрения необходимо было заранее, до наступления сева, в период сухого сезона. Одним словом, он неплохо наловчился. И спустя несколько лет эксперимент Якуба увенчался успехом. Начали расти деревья, появившиеся благодаря семенам, которые содержались в навозе. Урожайность начала увеличиваться, а почва восстанавливаться. Кроме того, усилия фермера привели к тому, что в землю стало проникать большее количество воды. Это, в свою очередь, привело к тому, что подземные грунтовые воды в регионе, снизившиеся во время засухи, стали подниматься. Якуб Савадогу вот уже 20 лет ездит по пустыням и посещает разные деревни, которым нужна помощь, и учит их, как бороться с засухой. И за все это время он успел спасти 100 деревень. Я взял свой мотоцикл и объехал около 100 деревень. И другие пришли ко мне в гости учиться. Я очень горжусь тем, что идея стала распространяться. История африканского фермера привлекла внимание всего мира. И в 2010 году о нем сняли документальный фильм, который называется «Человек, который остановил пустыню». Добьешься, никто хочет идти. Я у батюшки овечу. Да батюшка сам может пасти, он и пастырь называется. Приди к батюшке и скажи: батюшка, сегодня я не могу, я спасаю деревню, как вот этот магнит. А батюшка тебя благословит. Ну и все. Три кино было здесь. Наверное. Три было, три. Да. И про космонавта. Еще один про космос, что ли? Да. Да нет, там что-то другое попало. Может, я ошибся? Ну тогда дай посмотреть, пусть люди посмотрят. Космический.
космический челнок Челленджер. И учительницу Кристу МакКоллиф. Криста никогда не считала себя астронавтом. Она всегда считала себя учительницей. Она думала, что таким образом сможет показать, насколько учителя нужны. Что дети увидят, как это важно – учиться. Она говорила, что это будет лучшим путешествием в ее жизни. 37-летняя Криста, мать Скотта и Каролайн, провела 5 месяцев, тренируясь для полета в космос. За это время она стала национальным героем. Она знает, что еще многое предстоит сделать. Запуск этого космического шаттла будет значить гораздо больше, чем обычный запуск на орбиту. Этот запуск должен изменить всю программу. После 2 десятилетий урезания бюджета и угасания интереса публики, космический челнок так и не стал космическим автобусом. Отправляя Кристу на орбиту, НАСА надеется вернуть веру в свое многомиллиардное детище. 8:38. До старта 1 час. Криста и 6 других астронавтов готовятся подняться на борт космического корабля. Для пилота Майкла Смита этот старт станет дебютом. Специалисты Рон Макнейр, Элисон Онизука и Джуди Резник совершили уже по 3 полета. Специалист по спутникам Грег Джарвис летит впервые. Большое спасибо. Капитан корабля Дик Скуби. Как обычно, мне очень приятно находиться на этом мысе, потому что здесь занимаются самым замечательным делом на Земле – запускают космические корабли. Для Дика стать командиром экипажа было настоящей наградой. Ему нравилось жить в небе. Дик и Джун дружили с детства и были женаты 14 лет. Это был уже 2-й раз, когда она смотрела, как ее муж улетает в космос. Доброе утро, Майк. Сегодня мы готовы. Из 4 челноков, имеющихся в наличии, Челленджер был самым надежным. За 3,5 года на его долю пришлось 40% всех полетов челноков. Он вывел на орбиту 51 астронавта, завершив 9 полетов без чрезвычайных ситуаций. Но этот полет проходил не по плану. Плохая погода задержала старт более чем на неделю. В то утро специалисты запустили несколько зондов, чтобы уточнить погодные условия. Все было хорошо, за исключением одной проблемы. Непривычно холодная погода покрыла стартовый стол слоем льда толщиной в 7,5 сантиметров. А с его краев свисали длинные сосульки. Никогда еще челнок не запускался в таких холодных условиях. Центр управления решает отложить старт на 2 часа в надежде на то, что большая часть льда растает. Родители Кристы волнуются на трибунах. У меня было плохое предчувствие, и мой муж сказал, что пошел бы и забрал ее оттуда, если бы мог. Доброе утро, Криста. Надеюсь, сегодня полетим. Я тоже надеюсь. За 30 минут до старта Центр управления полетами разрешил рейсу восточных авиалиний пройти над мысом по пути в Тампу, Флорида. Внезапно самолет попал в сильный воздушный поток. Пилот снизился до 9000 метров, и турбуленция исчезла. Он увидел Челленджер, стоящий на стартовом столе, и подумал, что ветер стал причиной задержки. Это центр управления, до старта 9 минут. Понял вас. Всего за 9 минут до старта центр управления проверяет исправность силовых установок челнока. 3 главных двигателя Челленджера сжигают в секунду 4000 литров топлива, поступающего из гигантского 46-литрового бака.
но настоящими рабочими лошадками комплекса являются два твердотопливных ракетных ускорителя. Своей тягой в 3000 тонн они придают кораблю ускорение, необходимое для преодоления силы тяжести. Все системы Челленджера работают исправно. Решение принимается единогласно. Центр управления — это Кеннеди. Мы начинаем стартовую процедуру. До старта 2 минуты. Столько топлива в одном месте — это очень большой риск. Но за всю историю полетов ни один американский астронавт не погиб на старте. И некоторых это успокаивает. У многих были такие мысли. Но мы тогда думали, это же НАСА. У них не может что-нибудь пойти не так, как надо. И Кристи говорила, что это челнок, что все могут остановить в самую последнюю секунду, если что-нибудь пойдет не так. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И отрыв. Начался 25-й полет космического челнока. Он поднялся со стартовой площадки. Для Кристи это стало кульминацией. Она тренировалась 5 месяцев, и вот мечта всей ее жизни свершилась. Начинаю поворот, подтверждаю Челленджер. Почти сразу же челнок начал поворот, чтобы выйти на нужную траекторию. Маневр совершен. Понял вас. Поворот завершен. Челленджер на курсе. Скорость Челленджера составляет уже 1600 км в час. Выше 10 километров сильный боковой ветер внезапно ударил по челноку. Более чем в 3000 километров инженер Роджер Бойджули с ужасом наблюдает за стартом. Челленджер находится на грани катастрофы. Челленджер поднимается вверх со скоростью в 9 раз превышающей скорость полета пули. В 58 секунде полета по нему ударил боковой ветер, но через секунду тряска прекратилась. Наступает самый критический момент старта. Фаза максимального скоростного напора, аэродинамические силы достигают своего пика. Если превысить скорость, челнок развалится на куски. Центр управления и его директор Джейн Грин приказывают Челленджеру уменьшить мощность двигателей. Мощность 65%, двигатели в порядке. 65%, спасибо. На 66-й секунде Челленджер прошел зону максимального скоростного напора и вошел в разреженный воздух верхних слоев атмосферы. Сейчас он должен ускориться до 28 тысяч километров в час, чтобы преодолеть силу земного притяжения. Время включать двигатели на полную мощность. Центр дает команду. Челленджер, увеличьте мощность. Понял, увеличиваю мощность. Застыли в ужасе. Связь с кораблем оборвалась. Центр, мы потеряли связь. Понял вас? Никто не может понять, что пошло не так. Всем операторам внимательно наблюдать за показателями. Никто не знает, что случилось. Родители Кристи не могут поверить своим глазам.
еще много исчез. И все знали, что что-то не так, что-то случилось ужасное. Но никто не знал, что именно. Центр, мы анализируем ситуацию. Вероятно, критическая неполадка. Именно тогда, когда мы так радовались запуску, челнок взорвался. Ракета-носитель уцелела, и ветер с силой носил ее в небо. В целях безопасности ее дистанционно уничтожают. Несмотря на все, мы еще продолжали надеяться, что кабина отсоединилась. По мере того, как вращающиеся обломки падали вниз в Атлантический океан, становилось ясно, что произошло. Центр, офицер управления. Слушаю, корабль взорвался. Понял вас. Нам поступило сообщение, что корабль взорвался. Директор это подтверждает. Мы связались со спасателями и посмотрим, что можно сделать. Мы были потрясены тем, что случилось. Я никогда не думал, что такое возможно. Это невозможно. Невероятно, но несмотря на мощный взрыв, кабина экипажа не развалилась на куски. Слушаю, вы получили точку падения? Ждите. В центре управления Джей Грин получил точное место падения кабины. Мы получили сообщение, что вооруженные силы уже выдвинулись в район. Была развернута масштабная поисково-спасательная операция. Они надеялись, что астронавты еще живы. А затем они заметили опускающийся парашют. Но надежда была напрасной. Это была всего лишь носовая часть одного из ускорителей. Всего лишь один из обломков, падающих в океан. Кабина экипажа больше нигде не видно. Упав с высоты 19 километров, она ударилась о воду на скорости более 320 километров в час. У экипажа не было шансов. Мы онемели. У нас не было слов. И наши сердца разбились на такие же обломки, как те, что падали с неба. Когда поисковой команде удается найти место падения кабины, им открывается ужасающее зрелище. Челнок Challenger летел со скоростью почти вдвое больше, чем скорость звука, когда он буквально развалился на части. Имея ничтожное количество улик, НАСА предстояло совершить невозможное – установить, что произошло на самом деле. После обнаружения кабины они смогли бы узнать, что произошло с астронавтами после ужасающего взрыва. В этом деле НАСА очень помогли шлемы членов экипажа. У каждого астронавта есть аварийная подача кислорода в шлем на случай катастрофы. Обломки показали, что три из них были активированы. Ужасное открытие. Это означает то, что по крайней мере три астронавта пережили взрыв и оставались в живых во время падения на Землю в течение 2,5 минут. Во время похоронной службы президент Рейган отдал должное мужеству экипажа. Все родственники астронавтов были там, включая Джун и ее семью. Мы едва были способны передвигать ноги. Все присутствующие молчали. Мы были просто шокированы. Мы не были готовы к такому.
Мы должны почтить память этих семерых астронавтов, которые вносили радость, свет и любовь в жизни тех, кто их любил. Страна гордится ими. Это было большое горе. Я чувствовала горечь утраты. Я чувствовала, что этого не должно было быть. Но ничего не могла поделать. Дик, Майк, Джуди, Эл, Рон, Грег и Кристо. Ваши семьи и ваша страна скорбят о вас. Мы говорим вам «до свидания». Мы никогда вас не забудем. Пока вся Америка скорбела, шло выяснение причин взрыва челнока. Президентская комиссия в течение 5 месяцев вела расследование и установила, что неисправность была в правом твердотопливном ускорителе. Ускоритель состоит из 4 сегментов, соединенных вместе. Места их стыка герметизируются 2 резиновыми кольцами. Процесс зажигания занимает 0,01 секунды, и из-за перегрузки, возникающей при этом, между стальными сегментами образуется щель. Резиновое кольцо стремительно расширяется и не допускает утечки топлива и газов из ускорителя. Комиссия установила, что из-за низкой температуры кольца самого нижнего уровня не расширились должным образом. Раскаленные газы вырвались наружу, и это стало началом конца. И отрыв. Начался 25-й полет космического челнока. Когда челнок достиг зоны максимального скоростного набора, пламя разрушило крепление между ускорителем и внешним топливным баком. Разрушение крепления вызвало освобождение нижней части ускорителя. Нос ускорителя врезался в верхнюю часть топливного бака, вызвав ужасающий взрыв. Но один человек знает, что дело не только в резиновых кольцах и плохой погоде. После завершения расследования публике было представлено простое заключение о том, что произошло. Холод и резиновые кольца. Соедините их вместе, и вы получите взрыв Челленджера. Но это еще не все. Известный автор Джеймс Чайлз в течение 20 лет исследовал самые ужасные технологические катастрофы. Он расследовал все, начиная от аварии на Чернобыльской АЭС и заканчивая катастрофой Конкорда Air France. Чайлз уверен, что в случае с Челленджером виноваты были не только резиновые кольца. Думал о том, что если бы всему причиной было резиновое кольцо, то все взорвалось бы уже на стартовом столе. Но этого не произошло. Вместо этого все взорвалось на 73-й секунде. Здесь кроется какая-то тайна. Должно быть что-то еще, кроме неисправных резиновых колец. Чайлз знает, что в расследовании произошедшего важна каждая деталь. Он начинает с пересмотра фактов, которые привели комиссию к выводу о проблеме с резиновыми кольцами. Расследование началось с изучения записей запуска, сделанных более чем 200 камер. Страшный черный дым, идущий из правого ускорителя возле внешнего бака. Зная месторасположение камер, комиссия попыталась установить, откуда именно шел дым. Камера Е-60 была расположена в 400 метрах от стартового стола и была направлена на правый ускоритель. Но она зафиксировала лишь часть дыма. Обратились к камере Е-63, расположенной в 600 метрах западнее, в надежде, что ей удалось сделать более удачные кадры. Но и на этот раз источник дыма оказался закрыт. То
точное местоположение источника дыма было неясным. Поэтому комиссия сравнила два снимка и подсчитала, что источник находился в области на поверхности ускорителя размером 1,3 метра на высоте 13 метров. Анализ также показал, что дым бил вверх. Это была очень важная деталь, которая вместе с черным цветом дыма позволила сделать вывод о том, что горело резиновое кольцо. Но Джимми Чайлз не уверен, что это вся правда. Если кольцо прорвалось и пропускало раскаленные газы, то они должны были немедленно прожечь корпус ускорителя, взорвав челнок на взлете. Проверяя официальный доклад, Чайлз обнаружил, что не только у него возникли вопросы. «Меня зовут Роджер Бойс-Джоли». Инженер Роджер Бойс-Джоли работал на Тайко, компанию, построившую ускорители для Челленджера. Я клянусь говорить одну только правду. Он давал показания комиссии в 1986 году. Он тоже понимал, что на самом деле имела место более сложная цепочка событий. Если бы была утечка в стыке во время зажигания, то взрыв, разрушивший челнок и убивший астронавтов, произошел бы прямо на стартовом столе. Показания Бойс-Джоли шокировали комиссию. Он сказал, что знал о том, что холодная погода ставила под опасность весь полет. Его рассуждения базировались на опыте предыдущих полетов. Годом ранее, в 1985-м, Discovery стартовал холодным январским утром. Температура воздуха была всего 11 градусов Цельсия. Самая холодная температура во время старта до полета Челленджера. После того, как ускорители были найдены, Бойс-Джоли обнаружил серьезную неполадку в одном из соединений. Вокруг резинового кольца было большое количество сажи и подпалин. Бойс-Джоли уверен, что из-за холода резиновое кольцо прилегало неплотно. Дальнейшее исследование открыло, насколько близок к катастрофе был Discovery. До полного прогорания резинового кольца оставалось меньше миллиметра. Но, читая доклад, Чайлз понял, что показания Бойс-Джоли не ограничивались только этим. Мы организовали телеконференцию. Он выяснил еще кое-что. За 13 часов до старта Бойс-Джоли пытался отменить запуск. Вот она, господа, дырка. Соединение не закрыто. Если бы его послушали, несчастье бы не случилось. Журналист Джим Чайлз перепроверяет все детали катастрофы челнока «Челленджер». Почему корабль не взорвался в самом начале, при отрыве? Если все доказательства говорят, что это должно было случиться. Читая доклад, он обнаружил, что инженер Роджер Бойс-Джоли предсказывал такое развитие событий на телеконференции, организованной перед стартом, в которой принимали участие старшие менеджеры Тайкл, менеджеры НАСА из центра Кеннеди и Хьюстона, главный специалист НАСА по ракетным ускорителям Лоренс Муллой. Вопрос стоял о том, собираются ли они запускать челнок в такую холодную погоду. Когда я услышал это, я пришел в бешенство. Я настоятельно рекомендую не производить запуск. После того, как Бойс-Джоли предупредил об опасности, создаваемой холодной погодой, инженеры Тайко посоветовали НАСА не производить запуск. Мы рекомендуем не производить запуск. Но в НАСА посчитали доводы неубедительными. Почему вы, ребята, пытаетесь влезть со своими проблемами накануне старта? Это просто в голове не укладывается. Он говорил, Инна, когда вы хотите перенести запуск? На апрель следующего года? Почему вы вдруг объявились прямо перед запуском? После такого ответа менеджеры Тайко решили еще раз обсудить ситуацию. Когда стало ясно, что они готовы изменить свое мнение, Бойс-Джоли сделал последнюю попытку убедить их. «Вот это, господа, вот это!» Он напомнил им о прожженных кольцах на Discovery во время прошлогоднего полета. «Посмотрите на это!»
Я просто орал на них. В прямом смысле. Надо быть слепым, глухим и тупым, чтобы смотреть на эти фотографии и не видеть проблемы. Чем дольше мы тянем с этим, тем больше вероятность катастрофы. Но в этот раз его доводы проигнорировали. Главный менеджер сказал мне, чтобы я заканчивал думать как инженер и начинал думать как менеджер. Такого я еще не слышал за все свои 27 лет работы инженером в аэрокосмической отрасли. Ладно, давайте голосовать. Я за старт. Все четверо менеджеров одобрили запуск. Это Тайкл. Мы снова на линии. Что вы решили? Мы разрешаем запуск. Лоренс Молой из НАСА сразу же одобрил их решение. Я был так зол. Я сидел и пытался разобраться в том, что произошло на совещании. Порвать?